Зато вполне может измениться другая статистика. Начиная с сегодняшнего вечера и до 9 марта в Иркутской области пройдут сплошные проверки машин. Сотрудники полиции будут искать их, пьяных водителей. Всего в этой работе планируется задействовать около 200 экипажей. Ведь, увы, но добрая треть автомобильных аварий в регионе так или иначе связана с алкоголем. Какими еще правилами пренебрегают водители Иркутской области, увидите прямо сейчас. Предпраздничное настроение массово сказывается на некоторых водителях областного центра, иначе как еще объяснить тот факт, что одновременно два автобуса и легковой автомобиль поехали друг за другом по встречной полосе? Вероятнее всего, автохамы хотели таким образом сократить путь и объехать пробки. Вот только насколько опасны такие маневры, никто из них не подумал. Весна закружила голову и водителю этой иномарки. За такую манеру езды ему по праву можно присвоить звание автохам. Сначала он совершает обгон и не соблюдает безопасную дистанцию, затем, не стесняясь, едет посередине дороги, а после обгоняет еще одного участника движения, благополучно забыв про существование поворотников. А это видео запечатлел водитель троллейбуса. Перед ним едет настоящий автохам. Складывается впечатление, что шофер, управляющий маршруткой, намеренно создает помехи. Он то еле едет, то неожиданно нажимает на тормоза. Вот такая она, весенняя неопределенность. Если и вы стали свидетелем подобных ситуаций на дорогах региона, присылайте нам свои видео.